Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Алейкум ассалам, рахматуллах, бургада. Алейкум ассалам. Приветствую тоже. Ассаламу рахматуллахи ва баракату. Приветствую всех. Маша довол, что вы живы. Махквай. С Дагестана едет со мной. В Дагестане, короче, мы с друзьями прощались, с братьями. Он прилетел и чуть прям мне об голову ударился. Короче, вот мы с Дагестана едем все вместе, в Чечню приехали. Машалла. Всевышний Аллах сделал так, что он ни разу даже не махнув крылом, отвез его с Буйнакска в город Грозный. А я всего лишь был этому причиной. Аллах все это так сделал. Иншаллах. В городе Грозном, в Чеченской республике. Да, Урадан? А? Оставь мои волосы. Я за Америку в аэропорте Хауала, мы тоже в аэропорте. Хорошо. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракату. Дай Аллах крепкого здоровья тебе тоже, мой брат. Аэропорт, я вышел в аэропорт. Ва алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракату. Всем ассаламу алейкум, братья вам. Ва алейкум ассалам, говорим. Иншааллах, скоро приедем. Вот. С Вараданом приедем вместе, да, Варадан?
Дедель, Чакоч, на у вас твой брат, короче, и встретит меня в микрорайоне Чулу. Сволочь микрорайоне, сволочь еще хауа. Телоц руэ, он дал, ну ла. Полтора человека нужен. Конечно, нужен, еще как. Да, я, конечно, вспомнил про Петрозаводск, Карелию, про Айваза, брата нашего. Алейкум ассалам. Это библиотека наша, национальная. Ва алейкум ассалам в Самарканд. Дина Ому. Иншаллах, Далла. Хан, Далла Мазан. Ой, брат, получи Асара Дехана. Далла, Иншаллах. Ахмаму Зламазан. Мегиш Ламазан. Ишти, Иншаллах. Валаха Крюкса. Мир и твоему дому, мир всем и каждому достойному, порядочному. Иншалла. Не, номер не поменял, у меня WhatsApp на нем. Только интернетом пользуюсь пока. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Иншаллах. Да, ума. Не за что. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Обнял на связи. Вистхнатя говорю, да. Ага, флел даже. Грозном дома. Так, единственное, сейчас в аэропорт еду. Друга встречать, брата. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Алхамду лилля. Слава Всевышнему Аллаху, хорошо, чего искренне и вам желаю.